Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Начнем с ежедневных заданий. Так, они у нас обновляются, и здесь у нас нанесите 20 единиц урона героям профессора мозговая атака. Отлично. Так, травяным кулаком 20 единиц урона. Прекрасно. И выиграете игру безумным зомби-героем. В общем, мне все понятно. Ну что, пойдем играть за профессора мозговая атака. Я за него... Я не знаю, как мы будем сейчас за него играть. Если честно, я ума не приложу. Как мы за него сейчас будем играть? Хорош, ладно, давай смотреть. Что у нас вообще получится? Я думаю, ничего хорошего. Сфейлюсь как шелковый. Хотя, ты знаешь, нам нужно не выиграть. Нам нужно нанести всего лишь 20 единиц урона. Поэтому не обязательно выигрывать за него, да ведь? Но хотелось бы. Так, и у нас бабах, супер картошечка. Будущее пюрешка. Ну, допустим, я сделаю вот так. Блин, танцоры эти, зачем танцоры? Я не понимаю, ребят, зачем вот профессору карта с танцорами? Ну, тут еще что-то да можно, ребят, попробовать. Посмотрим сейчас. О, хорошая карта досталась нам. Слушай, прекрасно. Это что-то новенькое. Так, ну что, я думаю, у нее, наверное, бомбочка будет, да? Как ты думаешь? Будет у него бомбочка или нет? Что я сделал сейчас? Что я тупанул? Ну, хана этому грибочку, короче. А мы еще сделаем, наверное, вот так. Жалко, не туда, конечно, поставился он. Ладно, фиг с ним. Но я так понимаю, это не последний у него гриб ведь, да? Да я больше уверен, что он далеко не последний. Ну что, если я сделаю, например, вот так. И что? Вот так, наверное, еще. Опа. Опа-на. Ну-ка давай. Жалко, у него защита сейчас работает. Надеюсь, не ливень у него, а нет? Не стал он ничего здесь делать. Так, мы карту того. Этот, понятно, добьет нас. Хотя, ты знаешь. А если я сделаю вот... Вот так. Ради бога. Так, нам надо будет сюда мышеловку поставить. Не канает, друзья мои, такая штука. Погнали. Прекрасно. Ну что ж, я сделаю, наверное, вот так вот. И сделаю вот так вот. Ауч! Ну ты серьезно, блин? Говнарь ты несчастный, а ты посмотри. Давай доставать. Шамань. Как никогда. Ну
Поехали. Нам нужно уничтожить этот гриб. Пускай тут паровики свои ставит. Вообще не в тему, если честно. Это вообще не в тему. У меня будет срабатывать защита сегодня или нет? Погнали. Так, неужели фруктовый микс у него будет? А почему он не стал сюда стоять? А, он же только на этих, на растениях. Все, я понял. Так, ну тогда вот этого уничтожать придется нам. Что там, кого перемещает? Ну, перемещай. Так, давай сюда бомбанем. Да ёпарасота, я думал, ребят, защита сработает. А она не сработала. Вот такой вот у нас профессор, блин. За которого еще попробую сыграть. Поехали еще разок, ребят. Много заклинашек, но вот этот вот курабочек, он выпал слишком поздно. Если бы он изначально бы мне достался бы, конечно бы он уже там к пятому ходу мог бы выйти, как говорится, и бомбануть по ним. А он выпал, считай, в самом конце. Фиг ли там заклинашки какие-то делать. Так, зеленая тень. Ну, этот понятно, этот сейчас начнет, наверное, на своих бобовых тут выкрутасы делать. Скорее всего, так будет. Друзья, скорее всего, так будет. Наверное, на бобовых. Ну, изредка можно сыграть еще на заморозке. Ну, очень будем смотреть. В любом случае, первого хода у меня... А, нет, есть у меня Эврика. Давай применять Эврику. Фиг ли делать. Может, что-нибудь нормальное вытянем. Уже неплохо, друзья, уже неплохо. Если я бесенка поставлю сюда. У него есть горошина? Сейчас проверим, горошину или что там у него может быть. Угу. Вот так вот. Отлично. Так-с, погнали. Что он может сделать? Слушай, ну... ну вот так вот сделаем. Замечательно. Мистер Мускул. Ладно. Хорошо. Хорошо, гаденыш. Так, ну что, друзья мои, давайте проверять. Угу. Да хоть ты тут замораживайся.
Защита. Ну что, настала пора нам действовать, наверное, да? Ну, хеллоу. Погнали. Тю-тю-тю-тю-тю. Кто там? Отлично. Так, что дальше делаем? Так, бобовые вылезли. Вылезли, ребятушки, бобовые у нас. Так, внутри в лицо, конечно, получим, тут неизбежно. Сейчас посмотрим, что мы за карту вытянем. Вот так вот, да? Поехали. Так, я так понимаю, этот, наверное, сейчас бомбанет в блок, наверное, да? Нет, вот этот, получается, в блок. 5 единиц по центру. Давай, вперед и с песней. Корректнее в другом месте где-нибудь, мужик, хорошо? Так, ну что нам сделать? 3, 2, 5 и 4. Нормально будет, да? Да, я думал, что это будет нормалек. Давай так вот сделаем еще. Погнали. Так, защита, надеюсь. Да. Так, вылупляем этому. Сейчас 8 в лицо еще пропишем. Вот, замечательно. Так, этого можно уничтожить будет. Погнали. Вообще шикарно. Давай так сделаем. Ай, подожди. Куда бы влепить-то? Сюда, наверное. Ну что, давай смотреть. Так, этот надо ствол ему там заклинашек. Понятно. Тогда, ребята, тогда все у нас меняется. Уничтожаем вот этого. Уничтожаем этого. Да он сдастся сейчас, поверь мне. Сыканет.
Это все? Ну, до свидания. Эх, что сделать? Да вот так вот сделаем, да и все. Сосунок. Единственное, что он мне не дал, ребята. А, нет, все, 21 с урона мы нанесли. Нормально. Нормалек. С горем пополам отыгрались, и с горем пополам мы с тобой сделали это задание. О, даже два. Безумный зомби-герой, оказывается, это у нас профессор. А вот сейчас интересно будет по поводу травяного кулачка. Да, травяной кулак. Слушай, ну когда мы с тобой играли тогда, помнишь, да, в серии? Он, в принципе, неплохо себя проявил. Опять же, раз на раз не приходится. 46-я. 46-й дивизион, ребята, это серьезная вещь. Да с... Блин. Ну все, ребята, это трэш. Блин, ну почему? Почему он выпал? Никогда я... Оу, слушай, вот это вот... Давай так попробуем. Что он может за одну единицу? Он может здоровье тут, кстати, поправить. Но у него нету, да? Орех. Не нравится мне вот это все. Ах ты, в камень у него был. Ты прикинь? Хорошо. Ну что, огурец будем выставлять? Неужели еще валун сейчас у него будет? Так. Четыре. Что у него может быть? Что он может сделать? У него может быть суператака. Это у него может быть, я знаю. Прикинь, он стал вирусы тратить. Он хочет выудить себе зомбариту. Как ее там звать? Биологичка или как там ее величать-то? Блин, в блок сейчас мы ему попадем. Ну, ё-моё. Бонусная атака, друзья мои. Бонусная атака. Уже не знает, что делать. Уже начинает вытягивать, да? Все, подряд зомби-астронавта выставляет. Ну, вставляй. Отлично. Прям вообще душевно, друзья. Да хорош, наверное, пока. Хорошо, уничтожает. 6 единиц здоровья устанавливает. Наверное, еще что-нибудь есть. Энергию берет. Погнали. О! Прекрасная, ребята, карта.
Прекрасная выпала нам карта. Сколько ты их там нахапал? Так, вирус. Давай. Мне интересно посмотреть. Что ты там придумываешь? Давай еще. Ты, гнида, главное, не сдавайся, потому что мне нужно тебе нанести 20 единиц урона. А не 19. Бобукс. Ну чё, дрищ, доигрался? Я не вижу, ребят, когда вот так вот делают. Вот так вот. Либо ты сдайся, либо вот нафиг ты вот просто отключаешься и все. Потому что дрищ, самый настоящий. Как говорится, и мое время тратит зря. Хотя, ты знаешь, он же хилялся, да? Поэтому 20 единиц урона мы ему нанесли. Он же хилялся, ребят. Да, я же вспомнил. Так, ну что, и у нас остается лишь одно. Одно задание, это безумные правила. Игроки получают дополнительные единицы солнца и мозгов на каждом ходу. Со стратегической колодой ржавого разряда громкая комбо, вы найдете на что их потратить. Да, конечно, найдешь на что их потратить. Против зубостезилы-то? Конечно, найду, блин. На неприятности. Вот это уберем, наверное, пока. Ладно, поехали. Давай сделаем так. Пропускаем ход. Мне просто интересно, кого он сюда хочет поставить наверх. Кого он хочет поставить наверх? Я, наверное, пропущу. Очень интересно. А почему сюда-то поставил? А, вон у него какой. Вон у него какой прикол, ребят. Значит, сделаем вот так. И вот так. Блин, два телепорта. Это нам пока не нужно. Шесть. Сейчас будет очень, друзья мои, неприятная картина. Шесть в лицо, ну ты сам понимаешь, да? Приятного тут мало. Ну давай сюда поставим. Да что ты мне все вирусами-то этими кормишь? Нафига мне твои вирусы нужны?
Этого уничтожаем, ребят, через вот это. Тут уже к бабке не ходи. Хотя мы даже можем через курабочек бомбануть. Так будет даже лучше. Да ну нафиг. Так, ладно, в следующий раз. Живем еще пока. Пока живем, ребят. Ну это пока, блин. Блин, а если он сожрет? А ведь он наверняка сожрет, ребят. Я сейчас не удивлюсь. Нет, нет у него пока сожрать ничего. Он что, знал, что у меня вот это есть, да? Или как это понимать? Ну дайте мне хоть что-нибудь-то, ёк-макарёк. Неужели, блин? Так, подожди. Подожди, дай подумать. Угу. Так, нам не нужно делать. В общем, этого мы сосунка завалим сейчас. Погнали. Угу. Отличная карта. Попробую. Уничтожает. Я так и думал, ребят, что он поведется на это. И он побился. Так, что же он выставит? Мне вот это интересно знать. У меня есть вирус, у меня есть защита. Это плохо. Вот меня больше вот это, ребята, пугает, если честно. Потому что здесь сквозняком идет. Десять единиц урона нам нужно нанести, да? Ну, я ему сейчас устрою 10 единиц урона. Вообще, ребят, шикардос. Я даже не знаю, ну давай. Или так лучше. Как лучше? Да вот так, давай, пофиг нам. Поехали. Да
До свидания. Все. Хорошечно получилось, ребят. Просто хорошечно. Завалили, безумные правила прошли. Ну и позвольте откланяться, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.